высоком берегу, славные речки люди, я встречаю по утрам солнечный восход, и я город не родной, как отец. Сколько в давние года здесь прошло сражений, но родимый день бесед выстоял в бою. Ты погибну, я останусь с тобой навсегда. Кинь-Бесед, я останусь с тобой навсегда. Кинь-Бесед.
Заметно. С революцией воинственным приходом
вечной стройной чередой понеслись великие события над Россией, матушкой страной. Сегодня наш город отмечает 629-ю годовщину своего дня рождения. Основанный новгородцами в 14 веке, он и до сих пор играет значительную роль в укреплении безопасности нашей Родины. Хочу сказать, что много веков история нашего города принесла и трагические, и героические страницы. Но самое главное, что сегодня Кингисепп – это действительно город, который смотрит в будущее, город, у которого это будущее есть. В следующем году мы будем отмечать юбилейную дату. И не обижайтесь на нас, что в этом году достаточно скромно будет отмечаться День города. Мы лучше потратим деньги на подготовку, на благоустройство города, на подготовку, ямочный ремонт и ремонт дорог. И чтобы в следующем году привезти сюда и провести по традиции нам переданной Ганзейские дни в День города, в день 630-летия нашего любимого города. Хочу сказать, что, конечно, город славен своими людьми, и все, что сделано в городе, это сделано руками людей. Спасибо всем, кто трудится на предприятиях, организациях, учреждениях нашего города. Спасибо всем, кто вносит в лепту в благоустройство и процветание нашего края. Конечно же, мы очень надеемся, что будущее у города есть благодаря нашим детям. Пусть звенят детские звонкие голоса на наших улицах. Пусть проходят беременные женщины. Мы будем радоваться этому, потому что это значит, город живет. В городе идет большое строительство. И я думаю, в ближайшее время мы еще увидим и узнаем, какие объемы данного строительства будут осуществлены в городе. У нас сегодня в гостях находится губернатор Ленинградской области Александр Ильич Дрозденко. Он находится сейчас в Услуге, в порту. И обязательно в течение праздника, а праздник сегодня здесь, на Романовке, будет весь день, обязательно приедет и поздравит своих земляков с нашим днем рождения. Дорогие кингисеппцы, счастья каждой кингисеппской семье, здоровья всем вам, здоровья нашим родителям, нашим детям, благосостояния, достатка, чтобы действительно мы превратились в город, в котором хочется жить. Спасибо! Города Кингисеппа присвоено Скобелкину Вячеславу Михайловичу. Спасибо за эти теплые слова. Я благодарен, в первую очередь, славному коллективу «Фосфорита», руководству предприятия, городским депутатам, руководству района за это высокое доверие. Большая честь быть почетным гражданином нашего славного города. Тем более приятно получать это звание в год 50-летия «Фосфорита». Что такое фосфорит, я думаю, объяснять не нужно. Хотя нынешняя молодежь не очень хорошо, видимо, знает, каким был Кингисепп там 30-40 лет назад и что сделал фосфорит для города. Фактически построил заново его. И сейчас продолжает фосфорит развиваться, модернизироваться. Там работают прекрасные люди. И без их помощи, без их участия никакой руководитель ничего бы не мог добиться. Спасибо вам еще раз. Я поздравляю всех с праздником. Да здравствует Кингисепп, да здравствует фосфорит. Развитие Кингисеппского района присвоен Грибкову Александру Лазаревичу, начальнику управления пенсионного фонда в Кингисеппском районе. На нашей любимой кингисеппской земле.
Я люблю очень свой город, люблю Кенисепскую землю, ей посвятил всю свою жизнь работе. Здесь похоронены мои родители, здесь живут мои дети, работают мои дети. Здесь учатся мои внуки. Я поздравляю всех горожан с праздником нашего любимого города, цвести нашему любимому городу и процветать дальше. Налоговой инспекции, пожалуйста, представители. Начальник налоговой инспекции Ольга Николаевна, несколько слов, пожалуйста. Поздравляю всех с праздником и спасибо. Приветствуем! Слово предоставляется губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дрозденко. Добрый день, Кингисепп! Добрый день, уважаемые кингисеппцы, дорогие друзья! Очень рад быть сегодня у вас в гостях на хорошем светлом празднике, дне города. 629 лет исполняется Ямбургу Кингисепп. Вот осталось один год до юбилея, 630 лет. Но я думаю, что сегодня такая здесь будет хорошая репетиция к большому празднику. Мы действительно сегодня немножко задержались, потому что начали день с большого рабочего совещания в поселке Услуга. Вы знаете, что поселок Услуга сегодня для нас очень важная точка. Нам необходимо там строить жилье, нам необходимо там строить социальные объекты, потому что портовая зона Услуга требует рабочих рук, а с учетом подписанных соглашений и в ближайшее время с началом строительства еще новых предприятий мы будем создавать на той территории и промышленную зону Услуга. В ближайшее время здесь тоже предстоят большие стройки, в том числе одна из самых, наверное, больших строек, это совместная местная власть, областная власть и Фосфорит будем строить крупнейший, наверное, в Ленинградской области спортивный комплекс. Говорили о дорогах и, конечно, очень много придется сделать в ближайшее время, но, наверное, это не главное. Главное, что мы все это делаем для того, чтобы жители Кингисеппского района чувствовали себя с каждым днем все увереннее и увереннее. Поздравляю с праздником, успехов вам, удачи, всего самого доброго. Дорогой Кингисепп, я всегда с вами. Спасибо. К вам обращается глава администрации Кингисеппского района Виктор Эвальдович Гешеле. Уважаемые кингисеппцы, гости нашего города, наверное, не побоюсь сказать, и новые кингисеппцы, которые переехали из других регионов, наверное, уже участвуют в этом празднике. И, наверное, у нас есть огромный шанс сегодня, чтобы наш город рос, мы строим жилье, мы делаем все для того, чтобы город наш был благоустроен. Торговые ряды. Сегодня прекрасная погода. Всем хорошего настроения, процветания. И давайте вместе любить свой родной Кингисепп, заботиться о нем, чтобы нам не было, старшему поколению, не было стыдно перед молодежью, какой мы его отдадим в будущее поколение. Надо беречь свой город, любить свой город, бороться за чистоту вместе. Ведь вы часто немножко критикуете администрацию по некоторым направлениям. Но поверьте, мы без вас многих вещей в этом городе, в этом районе не сделаем. Нам очень нужна ваша поддержка. Мы ее чувствуем, но хотелось бы еще больше. Спасибо вам, большое вам еще раз спасибо и с праздником всех. Вас поздравляет депутат законодательного собрания Ленинградской области. Земляки, добрый день, кингисеппцы. Действительно, сегодня у нашего замечательного кингисеппа день рождения. Богатая история, богатейшая, 629 лет. Немногие города могут похвастаться такой историей, но в то же время наш город молодой, наш город красивый. И вы знаете, история, опять же, настолько бурная, что все великие события в России связаны, и трагические, и легендарные, также связаны с судьбой нашего города. Мы умеем дружить, у нас мощные побратимские связи и на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. Кингисепп далеко знает за пределами не только Ленинградской области, но и нашей родины России. С днем рождения, Кингисепп! Я очень горжусь, что я сам являюсь кингисеппцем. Здесь мои живут детки, здесь моя семья. С праздником! С днем рождения, Кингисепп!
же может быть к нам купцы с торговлей бойкой? Чане эстафетой символ ключ передают, и на празднике Гордейском непременно будут тут. Что ж, гостей встречать мы любим, значит, предстоящий год на веселье дней Гордейских съедется сюда народ. Да, в Силовой уже. Что, кто-то? Да, школа бокса-то известна. Нам только что президент федерации подходил. Очень талантливые ребята. Хотите? Не, мы у нас сейчас за границей. При исполнении. Да, да, да. Thank you.